заканчиваются. Один раз записал. Начал проверять, оно не записалось. Добрый вечер, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. В эфире «Капитал Шоу Поле Чудес». Первая тройка. Студию. Вот задание на первый тур. Крутить барабан. У кого 4000 мускулов? 450. А я знаю, у кого. Откройте нам букву А. Крутите барабан. Все ваши очки умножаются на 2. Сектор призовой, можете назвать букву. С. Откройте! Вращайте барабан. У вас 0. Вращайте барабан. А Марк Лукьянович тоже знает. Сектор приз. Ну, он приз. Как раз. Выигрывает. Вы какую шкатулку выбираете? К сожалению, не угадали. Давайте, назовите букву. А. Откройте букву И. Как это? Невнимательно. Ну, вращайте барабан. Что ж ты, Марк Лукьянович, так невнимательно? 1000 очков, буква... Н. Откройте нам букву Н. Будете вращать барабан, назовите слово сразу. 500 очков. Буква. Е. Что? Открыть немедленно. 3 правильно угаданные буквы дают вам право на 2 шкатулки. 2 шкатулки в студию. Сейчас, Марк, левую, правую, какую вам шкатулку? Еще и шкатулку не угадает. Есть! Есть! Назовете слово целиком? Нет, не буду. Еще 3 буквы. Вдруг опять 2 шкатулки. 850 очков. Буква. Откройте букву С. Будете вращать барабан, назовите слово сразу. 350 очков. У. Откройте букву У. Будете вращать барабан, назовите слово сразу. Ай. 600 очков. Буква. Все, приз почти попал на приз. Ну. И вы абсолютно правы. 3 правильно угаданные буквы дают вам право на 2 шкатулки. 2 шкатулки в студию. Левую, правую, какую вам шкатулку-то? Правую. Есть! Есть! Ну, если... В эфире «Капитал Шоу Поле Чудес». Вторая тройка. А вот задание на второй тур. Крутите барабан. Этим наполняли термометры вместо ртути до 1600 года. 350 очков. А давайте мягкий знак. Нет, неверно. Крутите, значит, барабан. Значит, не коньяк. Сектор приз.
Вы какую шкатулку выбираете? Ага, есть! Давайте, назовите букву. А что, может, ваша любимая? Другое дело совершенно. Откройте нам букву «Р». Вращайте, пожалуйста, барабан. $450. О! Нет, неверно. Вращайте барабан. $600. Буква Е. Гениально. Открыть. Вращайте барабан. $400. Буква И краска. Неверно. Вращайте барабан. $750. Элла. Да кто ж будет спорить с этим? Такой буквы нет. Вращайте барабан. $400. Буква А. Такой буквы нет. Ну, вращайте барабан. $600. Буква Н. Ну, слава богу, наконец-то. Откройте нам букву Н. Будете вращать барабан, назовите слово сразу. $750. F. Хо-хо! Нет, неверно. Что, будете крутить? $450. П. Ну вот, такой буквы здесь нет. Будете барабан вращать? $550. Д. О-о-о-о! Откройте букву Д. Будете вращать барабан, назовите слово сразу. Ёлки, это бренди. Я примерно знаю, что... $400. Буква... А бренди это же есть коньяк. Ой. Откройте букву И. Только мэр этот, или американский. Будете или... вращать барабан, назовите слово сразу. Английский. А коньяк это французская. Ну, короче, спирт. $600. Буква... Б. Абсолютно точно! 3 правильно угаданные буквы дают вам право на 2 шкатулки. 2 шкатулки в студию. Левую, правую, какую вам шкатулку-то? Чё? К сожалению, не угадали. Ну что ж. Целеви, как говорят, специалисты. В эфире Капитал Шоу «Поле чудес». 3-я тройка. Вот задание на 3-й тур. Ну, вращайте барабан. Назовите профессию братьев Гримм. $500. Буква. Р. От, молодец. Такой буквы нет. Вращайте, пожалуйста, барабан. $400. Буква А. Ой, неверно. Ну, вращайте барабан. Дворник. У вас ноль.
Вращайте, пожалуйста, барабан. $350. О! Просто замечательно. Такой буквы здесь нет. Вращайте, пожалуйста, барабан. 1000 очков. Буква Е. Угу. Такой буквы нет. Ну, вращайте барабан. 400 очков. Буква И. Откройте букву И. Вращайте барабан. 0. Ну, вращайте барабан. 750 очков. Д. Я поражен. Неверно. Вращайте, пожалуйста, барабан. 0. Крутите барабан. 600 очков. Буква С. Ай, такой буквы нет. Вращайте барабан. 850 очков. Буква Ж. Нет, неверно. Крутите барабан. 600 очков. Буква Н. Откройте нам букву Н. Ну, вращайте барабан. 350 очков. Т. Замечательно. Откройте нам букву Т. Будете крутить барабан? Профессия. Пятьсот очков. Буква F. Что? Нет, неверно. Будете вращать барабан, назовите слово сразу. Все ваши очки умножаются на 2. Сектор призовой, можете назвать букву. Откройте букву Г. Назовете слово целиком. А, лингвист. Сектор приз. Вот вопрос, можно и выиграть, я думаю. Вы какую шкатулку выбираете? Ага, есть! Давайте, назовите букву. С. Откройте букву С. Будете вращать барабан, назовите слово сразу. 400 очков. Буква В. Другое дело совершенно. Откройте букву В. Будете вращать барабан, назовите слово сразу. 600 очков. Буква А. 3 угаданные буквы. Точно! Три правильно угаданные буквы дают вам право на 2 шкатулки. 2 шкатулки в студию. Левую, правую, какую вам шкатулку-то? Есть! О, есть! В эфире Капитал Шоу «Поле чудес». Финал! Прошу! Вот задание на финальный тур.
Прощайте, барабан. Храбрый и удачливый воин. Сектор приз. Доблестный ратник. Вы какую шкатулку выбираете? Ага, есть! Давайте, назовите букву. Р. Неверно! Прощайте, барабан. Пятьсот очков, буква. А. Такой буквы нет. Вращайте, пожалуйста, барабан. Сектор приз. Ты смотри, как красиво. Вы какую шкатулку выбираете? К сожалению, не угадали. Давайте, назовите букву. Откройте букву В. Ну, вращайте, барабан. Тысяча очков, буква. А, Витязь. Откройте букву И. Точно, Витязь. Вращайте, пожалуйста, барабан. 450. Мягкий знак. Гениально. Откройте мягкий знак. Три правильно угаданные буквы дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки в студию. Левую, правую, какую вам шкатулку-то? К сожалению, не угадали. Что-то невезучий дворник. Что, будете крутить? 400 очков, буква... Я. Откройте букву Я. Будете вращать барабан, назовите слово сразу. 600 очков, буква... З. Да кто ж будет спорить с этим? Откройте! Назовите слово целиком. 450. Т. И вы абсолютно правы! Три правильно угаданные буквы дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки в студию. Левую, правую, какую вам шкатулку-то? Опять правую. Да ёлки. К сожалению, не угадали. Да. И перед нами победитель! И суперфиза. В эфире капитал-шоу «Поле чудес». Супер-игра. Вот слово, которое вы должны отгадать обязательно. Длинно. Вот задание на супер-игру. Я разрешаю вам открыть любые пять. Что называли чертовым яблоком во времена Петра Первого? Картофель. Откройте, пожалуйста, буквы, если они есть. Минута пошла. Минута пошла.
И вы абсолютно правы! Вы выиграли суперигру! Эти аплодисменты вам! Вы выиграли суперигру, и в качестве суперприза вы получаете... Место не слышно. На этом мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. Так. И акваланг, наверное, в прихожей, там, где велосипед. Ну, точно. Так, и мы тут уже до черта заработали. Так, какая шабнулка. Нет, это сильно дорогая обновка. 110 000 рублей. Ничего себе, Шато Лафит. Так, ну. А, замена кассы. Все, оплачено. Так, какой кафель тут? Цвет. Вот такой, что ли? Так, какая тут еще обновка? Непонятно. Микроволновая печь. Все. Ну что ж. Так, если опять не запишет, то это вообще будет классно.